О. А. Удовольствием говорим о том, что природа одарила нас еще одним солнечным днем, в котором мы все вместе встречаем чемпионат России по прибрежной гребле, впервые организованный в Республике Крым на побережье гостеприимного замечательного поселка. Красивое, зеленое море, многое знает, многое дарит.
Вы стояли сидеть. Миша, пошленька. Миша, раз, два, три. Наши сейчас и тут заездят. Ничего, нормально. Санкт-Петербург одна. Санкт-Петербург и наши. Сакский, да? Сакский, да. Ну, то, что не без формы, это как. Но могли бы и уступить. Вот, там черная первая, наверное, наша. Питерцы такой светленькой, красивой формы. Вот с той стороны. А наша девочка... А где у девчонок, сломалась это? Рулёв. Ну, питерцы... А питерцы сильнее грибки, они сильнее, они, смотри, у них больше зима. Вот и уже как бы... Или дальше. Да-да, они оторвали. Дальний вулк там. Дальний вулк там. Прямо на валу, да? Смотрите, как плохо. Оперативное время. 59. 16-59. Чуть-чуть. Ну, грубо говоря, 17. Да. Ну, минут 40, наверное, да? Куда-то туда, далеко в Турцию поплыли. Что-нибудь да получится. Двойки на старт, сейчас и двойки будут, да.